Ну что, купил новый телефон? Купил. О, современный. Ой. Кнопочный. Кстати, сим-карту в подарок дали бесплатно. Значит, у тебя теперь новый номер? А, ну, получается новый, да. Ух ты! А ты его уже кому-нибудь давал? Ну, кому? Полчаса назад только оформил все. Нет, правда, дочке уже сообщил. Да, дочке сообщил. Ну, как она там? Скучает? Скучает. Ой. Ну, кстати, обещала позвонить сегодня. Ой, хорошо. О, наверное, она. На громкую связь включи. Угу. Так. Алло? Доча? Добрый день. Здрасте. Вам удобно сейчас говорить? Нет, нет, вы знаете, нам дочка должна позвонить, поэтому, извините, до свидания. Я представитель медицинского центра. Компания по оказанию лечебно-косметических услуг. Мы готовы совершенно бесплатно нарастить вам волосы. Простите, куда нарастить? Мы готовы нарастить волосы куда угодно. Наращивание происходит путем пересадки собственных луковиц из более засеянных мест в места, где посадки волос вам необходимы. Нет, нет, спасибо. Нам ничего не надо сеять. Спасибо. Ну почему? Это же бесплатно. Понадобится только ваш паспорт и подпись. Нет, нет, спасибо, не нужно. До свидания, до свидания. А, волосы предлагали пересадить. Ну это я поняла. О, о. Так. Алло, доча. Дискотека 80-х. Бесплатные билеты на супершоу. Вы платите только за доставку. Осталось всего 15 билетов. Томас Андерс, Пупо, Сиси Кейдж, Аталан, Бони М, Аркадий Укупник. О, Укупник! Да ты с ума сошел? Какой тебе укупник? Нам не нужно. Алло? Доча? Добрый день. Здрасте. Горводоканал. Диспетчерская. Счетчики на воду установили? Да, установили. А меняли их давно? Вот буквально месяц назад поменяли все. Согласно постановлению о контроле воды, счетчики необходимо менять раз в неделю. Готовы приехать и установить их уже этой ночью. Нет, нет, спасибо. Нам не нужно ночью. Нет, нет, спасибо. Сегодня пенсионерам скидка. Нет, нет, спасибо, не нужно. До свидания, до свидания. 1,5%. Да что ж такое? Откуда они наш новый номер-то узнали? Ну, вообще-то не наш, а твой. Да, надо же. Ты уверен, что это сим-карта новая? Уж сам засомневался. Да. Дай-ка, я сама поговорю. Ага. Алло, доча? Алло. Нет, это не она. А кто? Я предлагаю свежевырытый картофель в мешках. Мешки большие. Отдам недорого. Если возьмете 15 тонн, сделаю небольшую скидку. Да нет, спасибо большое, нам столько не съесть. Ну, возьмите. хотя бы мешок. Спасибо большое, нам не нужно. Да что же это такое? Ты точно в салоне новый номер покупал? Ну да, мне его в подарок. Спасибо большое. Нам не нужно. Безобразие. Да беспредел какой-то. На новый номер. Опять СМС. Читай. Так. Дорогие мамуля и папуля. Вот. К сожалению, дозвониться сегодня не смогла. Позвоню завтра. Спокойной ночи, доча. Ну, не дозвонилась. Что значит не дозвонилась? Не смогла. Ну ничего. Может быть, завтра получится. Утром в окно глянул, на дороге огромный рекламный щит установили. И на нем написано: «Друг, пора тебе отдыхать на Бермудах. Позвони, и мы тебя пошлем». И телефон. Ну, крупно так, чтобы не перепутать. Ну, думаю, неудобно как-то. Надо позвонить. Люди же ждут. Звоню, говорю: «Алло, Бермуды? Сидоров беспокоит. Вы в рекламе написали, что мне, вашему другу, пора у вас отдохнуть. Я готов. Когда вы меня сможете послать?» И тут их главный бермудянин как начал меня посылать. Да так подробно, и куда идти, где поворачивать. Минут 10 посылал. Аж охрип. Даже что-то про моих родителей говорит. Видать, хотел послать всю семью. Вот, не обманывает реклама. Позвонил, послали. Придется ехать. Ну, чтобы на новый костюм не тратиться, взял я шорты тещины, белые, с начесом внутри. Написал на них «Бермуды». Сзади поместилась только «Бер». Остальное пришлось перенести наперед. Ну, погладил, надел, тепло. Чувствуется, бермуды начали действовать. Из подъезда вышел, на небе солнце, на шортах стрелки. У подъезда стоит участковый. Я говорю: «Товарищ капитан, вот, улетаю на Бермуды». Участковый глаза вытаращил, почитал. Говорит: «И ты, Сидоров, туда же. Наркомания не щадит даже больных на голову. Дети во дворе меня увидели, играть перестали. Один подошел, говорит: «Отец, у тебя на трусах типа чистая опечатка». Я говорю: «Козленочек, ты сначала типа чисто научись читать». Он говорит: «Сначала научись писать». Какой еще мудайбер? Вышел на дорогу, смотрю, а напротив магазин. Мерседесы продает. И на витрине написано: друг, твой Мерседес мы приготовили. Забери его. Ну, думаю, вот это денек. И Бермуды, и Мерседес. Ну, думаю, надо зайти, люди же ждут. Охраннику на входе мои шорты сразу понравились. Он так громко щелкнул головой по паркету. Продавцам тоже понравилось. Стоят, улыбаются, но близко не подходят. Я говорю: я к вам с приветом. Менеджер говорит: я вижу. Я говорю: я тот самый друг. Узнали? Вы просили забрать Мерседес. Только давайте побыстрее, а то я на Бермуды опаздываю. Менеджер говорит: а вы до этого что-то водили? Я говорю: ну, в детстве водил хороводы. Жену пару раз вокруг пальца обводил. Он говорит: ну, для вас у нас есть прекрасная модель. Белый цвет, просторный салон. Я говорю: а машина с наворотами? Он говорит: да. Сбоку фара. На фаре красный крест. Внутри кушетка. Да и подгонят мигом. И действительно, через 3 минуты визг тормозов. В магазин заходит мужик в белом халате. 2 женщины тоже в белом. Ну, сервис. Мужик говорит: на Бермуды сам поедешь или как? Я говорю: конечно, сам. Меня там давно ждут. Ну, сели в машину. Женщины говорят: а это вам подарок от нашей фирмы. И рубашку на меня надевают. А размер не мой. Я говорю: что такие рукава-то длинные? Они говорят: а это чтобы ручки под машину не попали. Ну, едем. Смотрю, на повороте табличка: психбольница 2 километра. И рядом огромный плакат. И на нем написано: друг, пора тебе уже жить как люди. Я говорю: девчата, дайте телефон, позвонить. Они говорят: с Бермуд ты позвонишь. Я чё вышел? Если я с Бермуд им не дозвонюсь, вы уж, пожалуйста, передайте, что я уже живу как люди. Здравствуйте. А я к вам на собеседование. Проходите. Ага. Так, вы знаете, мы ознакомились с вашим резюме, ага, да. Но у нас есть еще несколько вопросов. Начнем с главного. Вас устроит зарплата 100 тысяч? Что такое? 100 тысяч? Да. Всего? В неделю. Что ж такое-то? В неделю это хорошо. Почему? Потому что больше недели я нигде не работал. В смысле? В смысле, не разменивался на мелочи, искал такую работу, как у вас. Кормили! Да, что вы делаете? Встаньте! Ну. Что вы, я так и привыкнуть могу. Ничего, привыкайте! Ну, перестаньте, встаньте. Так, давайте перейдем к вопросам. Скажите, вы творческий человек? Конечно. Ага. Смотрите. Только рюмка водки на столе. Очень хорошо. Очень хорошо. Угу. Вопрос, вытекающий из вашего творчества. Да. Скажите, как вы относитесь к алкоголю? Я не против. Наливайте. В смысле? Пошутил. Я ж творческий человек. Вы пьете? А кто? Вы. Я? Да. Пьете, нет? Что вы, я же творческий человек. Какое пьете? Ну хорошо. Да. То есть к алкоголю вы относитесь плохо? Плохо? Отношусь плохо. Усваиваю хорошо. Что? Я говорю, усваиваю хорошо, что отношусь плохо. Вот. Ясно. Так, водительские права есть? Да забрали по пьяни это. В смысле? В смысле, инспектор был пьяный, перепутал, ну теперь ходит, извиняется, говорит, через полгода отдаст. Ясно. Так, семейное положение. Какое надо? Ну, вообще-то мы считаем, что одинокие люди... Одну секунду, они... одну секунду. Что? Алло, Зина? Да пошла ты, Зина! Все, одинокий человек. Нет, вы не дослушали. Я хотел сказать, что мы считаем, что одинокие люди работают хуже семейных женатых. Вы раньше не сказали. Ну, вы... Одну секунду. Алло, Зина? Подожди, не ори, Зина. Да подожди ты, потом все объясню. Да этот козел меня заставил сказать. Что? Говорю, козел у нас в гараже работает, постоянно заставляет меня что-то делать. Потом перестанем. Да, все, давай. Продолжим. Дети. Ага. Дети есть? Дети? Да. В каком городе? Да в любом. Ну, мальчик, девочка. Без разницы. Ну, возраст-то хоть какой. Понимаете, ага, у нас просто льготы сотрудникам с детьми до 6 лет. До 6? До 6. Ага, сейчас, одну секунду. Алло, Ира? Ой, не ори ты, Ира. Да, это та сволочь, которая тебе не звонила 5 лет. Да. Слушай, Ира, скажи мне, пожалуйста, ты... Тогда родила? Родила? Ой, люблю тебя, целую. Все, все, обнимаю. Давай. Да, есть мальчик, 5 лет. Да. А, нашелся. Да, нашелся. Ясно. Так, скажите, а вот у вас есть какой-нибудь такой поступок, ага, которым вы гордитесь? Конечно, да? Конечно. Ну, я спас человека от пожара. Вот. Замечательно. Да. И как же это произошло? Ну как, я подошел к нему и говорю, мужик, туда не ходи, там пожар. И он не пошел, и остался жив. Удивительная история. Судимости есть? Так. Как? Ну, так, по мелочи. В смысле? Ну, в смысле? Ну, работал я на птицефабрике, ну, полгода нам зарплату не выплачивали. Ну, и спалил я эту... птицефабрику к чертовой матери. Как? Ну, по пьяни было -то. Вы же говорили, что не пьете. Говорил, да? Да. Вот с тех пор и не пью. Все, завязал. Ясно. Так, прописка местная? Нет. Ну, надеюсь, регистрация имеется? Нет. Но вы хотя бы гражданин России. Российской Федерации? Ну да. Нет. Я... пьющий, курящий, ругающийся матом и без определенного места жительства. Знаете, а вы нам подходите. Да, мы давно уже ищем такого, как вы. Наглого, пьющего, врущего и нервного человека. Вы станете идеальным лицом нашей новой рекламной кампании брусничной настойки. Сигары мы не плотники, ни женем, ни косим, не творим. А мы наемные работники, да, хотя работать не хотим. Ни машем, ни пером, ни шпателем, ни жнем, ни сеем, ни куем. А мы работодатели, да, хотя работу не даем. И вроде полон рот заботами, и вроде целый день в труде. Но где бы мы бы не работали, да, мы не работаем нигде. Я такой красивый, в магазин залез. Как тебе не стыдно? Теперь тебе будут ругать, наказывать. Лет 5 точно будут наказывать. Я в этом магазине первый день охранником работаю. Так что сейчас буду узнавать, что с тобой по инструкции делать нужно. Тофик, Тофик, это я, Рафик. Рафик, Рафик, это Тофик. Какой хрен тебе нужна? Тофик, Тофик, я тут бабу поймал. Рафик, Рафик, я бабу вчера просил. А сегодня я и сам уже 2 штуки поймал. Красивый. А у тебя там красивый? Да, Тофик, очень красивый. Так что мне с ней делать? Рафик, я тебе уже 100 раз объяснял, что с ними надо делать. А ты все как маленький. Тофик, это не просто красивый баба. Он в магазин залез, понимаешь? Рафик, ты сегодня что-то пил? Нет, не пил. Тогда объясни, зачем красивый баба в магазин лезет? Такой обычно в это время в ресторане пасется. Тофик, не знаю, может быть, ресторан закрыт. А? Нет, открыт. Я своих красивых баб 2 штуки оттуда привез. А что же мне тогда с этой-то делать? Подскажи, брат. Рафи, я думаю, при попытке к бегству. Тофик, я не понял. Скажи еще раз. Рафи, я говорю, эту при попытке к бегству. Тофик, по-братски, скажи мне, что с ней сделать при попытке к бегству. А? Я говорю, не убивать же ее при попытке к бегству. А, ну, конечно. Такой красивый бабу жалко убивать. А зачем он такой красивый в магазин залез? А? Не знаю, брат. Может, стащить, что хотел? Что? Ты же охраняешь мебельный магазин. У тебя там, кроме шкафов, ничего нет? Не знаю, брат, но если хоть один шкаф пропадет, меня отсюда точно выгонят. Понимаешь? А что эта баба говорит? А ничего не говорит. В основном мычит. Слушай, давай я все-таки подъеду. И мы ее с тобой на двоих. Тофик, не понял, что на двоих? Повтори. Я говорю, давай мы ее в полицию сдадим. И нам тогда премию выпишут на двоих. Нет, Тофик, не получится. У меня регистрации нет. А в полицию красивая баба без регистрации сдавать нельзя. Закон такой. Понимаешь? Ну тогда давай ее дня 3-4. У моих друзей на даче. По полной программе. Тофик, мы не поняли, что у твоих друзей на даче? А? Я говорю, давай ее подержим дня 3-4 у моих друзей на даче. А как регистрацию сделаешь, в полицию ее сдадим, премию получим и гульнем по полной программе. Нет, Тофик, не получится. 3-4 дня... Красивой баба какой-то корм нужен. Никакой премии не хватит. Ну тогда тащи ее к себе в подсобку и ее там до утра. Не понял, Тофик, что до утра? Я говорю, в подсобку ее тащи и держи там до утра. Утром пусть директор магазина разбирается. Да, и если хочешь, то можешь ее немножко... Тофик, не понял, что немножко? Что хочешь, то и немножко. Можешь покормить ее там немножко. Красивая баба. Обязательно кормить нужно. Все понял. Хорошо, Тофик. Спасибо, брат, за полезный совет. Ты очень красивый, баба. Сразу мне понравился. Поэтому я тебе сейчас в подсобке немножко покормлю. Только ты не ори. Так. Быстро развязал меня. Нет. Вот директор магазина придет, вот тогда. Развязывай, говорю. Я и есть директор. Как? Лично зашла. Новую охрану проверить. Прости, пожалуйста, извини. Развязывай, придурок. Ну я... Ты самый красивый баба, ой, директор магазина в мире. Пощади, пожалуйста, не погуби. Не погуби? Прости. Прости? А впрочем... Ты здесь столько комплиментов наговорил. Будешь теперь моим личным охранником. А Тофика помощником твоим возьми. Сейчас я с удовольствием представляю свой обновленный музыкальный парад пародий. Как постричь меня сказал, все наглядно показал. Она не хочет слушать, говорит, что я достал. В парикмахерской сижу, на себя в упор гляжу. Не могу понять, ребята, я волос не нахожу. Тут клочок и там клочок, здесь торчком стоит пучок. Остальные волосинки зачесала на бочок. Заревел я как бычок, где достать мне паричок? А она мне отвечает, это стрижка морячок. Это мой сольный номер. Олег Газманов, это общенародное достояние. Выше ручки, больше жизни. За окошком месяц май, выходной. А в белой кружке нет ни чай, и графин не с водой. У меня идут дела, много гастролирую. И зимой, и летом я песенки пою. А на днях заночевал с женщиной любимою. Как я жил без этого, просто не пойму. Еще не вечер, еще не вечер. Еще могу позволить съесть чего-нибудь. Еще не вечер, еще не вечер. После 6, ребята, не стоит есть, не надо. Пусть говорят, вы посмотрите на меня. Пусть говорят, диета у меня своя. И холодильник на замке после 6. Будет он открыт после 7. Это мой сольный номер. Лайма Вайкуле, общенародное достояние. Хорошо. Кто у вас еще общенародное достояние? Таня Буланова. Сколько хитов я наплакала в стране, только не хочется больше плакать мне. Я улыбаюсь во сне и наяву, и на сцене я не реву. Но хочет зритель вновь слышать мой плач. Я так устала от этих достать. Кричат из зала мне, словно в лесу, пусти хотя бы слезу. Ясный мой свет, я спела в ответ. Я уж не та, и слез больше нет. Просят они, чуть-чуть пореви. В общем, меня до слез довели. На афишах написали, будет Пьеха выступать. Молодежь сидела в зале, но потом пришли сказать: мы вас очень уважаем, все понравилось вполне. Только мы ведь Стаса ждали, так скажите, Стасик где? Стасик пел дуэтом с этим, пел дуэтом он и с тем. На гастроли с кем-то едет, про меня забыв совсем. Посмотрела я на это, и молчать уже не вымочь. Нет бы спеть со мной дуэтом, нет бы бабушке помочь. Влюбился, ребята, я в нашу эстраду, и ей посвящаю свою серенаду. Приятно артистам любого состава услышать из зала от зрителя «Браво!». худые и полные, веселые и суровые, блондинки, шатенки, брюнетки, и тетеньки, и малолетки, певцы молодежные, модные, заслуженные и народные, солисты вокальных проектов, артистов каких только нету. А в памяти снова и снова чарующий голос Кобзона. Цветут ли цветы запоздалые? Приятно, что зрители рады любимым артистам эстрады. Семенов, старший следователь Козлова, у тебя камера свободна? А кто там? 18 бомжей? Где ж ты их насобирал-то? Ну, давай там как-то их, я не знаю, уплотни. Сейчас к тебе еще одного задержанного доставят. Товарищ следователь, ну, отпустите вы меня, я больше так не буду. Мне домой надо. Жена убьет, если узнает, что меня в полицию забрали. Как вы могли, а? В таком состоянии сесть за руль? За руль? Ха. Друзья помогли. Что? А я говорю, нормально сел, как обычно. Но вы же пьяный. Да кто вам это сказал? Да что, я не вижу, что ли? Я не в курсе. Но мне кажется, вы немного косите. Кто? Вы сегодня случайно ничего не пили? Так, прекратите безобразничать. Вы дули в специальный прибор. И результат показал, что вы в стельку пьян. Кто? Вы. Я? Да, вы. Что я? Пьяный. Ну, значит, трубка была неисправна. Вы дули еще в 3 трубки. Значит, бракованная партия. У вас брали кровь на анализ. И я уже видела результат. Ну, надеюсь, там все нормально. 5 промиллей. 5! Да как вы вообще на ногах стоите? Очень устойчиво. А сижу еще лучше. Врач сказал, что это просто невозможно. Ну вот, очередная врачебная ошибка. Ну хорошо. Встаньте. Зачем? Встаньте и закройте глаза. Бить будете. Закройте глаза и вытяните руки вперед. Может, не надо? Вытяните руки вперед и указательным пальцем коснитесь кончика носа. Зачем? Делайте, что вам говорят. Указательным? Да. Кончика? Да. А, пожалуйста. Да что вы делаете? Ну вы сами попросили потрогать нос. Но я не это имела в виду. А ничего другого я у вас трогать не собираюсь. А то посадите еще за домогательство. Нет, 5 промилле. 5! Это же 5 литров водки. Неправда. Всего 3. Ну, максимум 3500. Радар показал, что вы ехали со скоростью 250 километров в час. 250? На «Жигулях»? Вы снесли забор. Я все отремонтирую. Молоток и гвозди у меня в багажнике. Какие гвозди? Забор был каменный. Цемент у меня тоже есть. В гараже 5 мешков. Цемент вам не поможет. На своих «Жигулях» вы не просто снесли каменный забор, но и въехали в старинный замок 17 века. Надеюсь, замок цел? Пока да. Что значит «пока»? Эксперты сказали, что если машину вашу оттуда вытащить, замок 17 века рухнет. Выходит, замок 17 века... стоит на моих «Жигулях»? Стоит. И будет стоять. В вашу машину закачали бетон. Зачем? Мою машину надо бензином заправлять, а не бетоном. Машины вообще не ездят на бетоне. Ну, на дизеле, на бензине, а на бетоне нет. Да кто вам вообще посоветовал в мою машину закачать бетон? Значит так, во избежание скандала мы забываем про все ваши нарушения, а вы пишете заявление о добровольной передаче вашего автомобиля в музей замка 17 века. Вам выплатят компенсацию. Сколько? 10 тысяч. 10 тысяч? Всего? За мою ласточку? Послушайте, вашим «Жигулям» 35 лет. Неправда. Всего 34,5. И что? Вам 100 тысяч подавай? Ну, не 100. Ну, хотя бы 95. 11. Да мои «Жигули» 250 километров в час выжимают, как выяснилось. 50. Хорошо. 12. Да моя машина стены каменные насквозь пробивает. 25. 13. Да на моих «Жигулях» целый замок 17 века стоит и будет стоять. 13 500 и ни копейки больше. Ну ладно. Умеете ж вы договариваться, товарищ следователь. Хорошо. Вот здесь поставьте свою подпись, и вы свободны. Ага. Семенов, отбой. Что еще? А скажите, мои «Жигули» уже закатали в бетон? Да. Это необходимо было сделать срочно. А кроме меня из машины больше ничего существенного не доставали? Нет, не было времени. А что? Да, так. Просто у меня там на заднем сиденье под одеялом теща спала. Привет, Сереж. Хочешь анекдот расскажу? Давай, анекдоты я люблю. Значит, приезжает муж из командировки раньше времени, звонит. Жена не одна, с его приятелем. Ну, она, приятеля спрятала за телевизор, сама пошла на кухню готовить что-то. Муж раз сразу к телевизору и смотреть, что там у нас, футбол, хоккей, там, спорт. Смотрит футбол. Жена на кухне ля-ля-ля, песни поет, там, нарезает что-то. Вдруг тишина гробовая. Ну, она испугалась, возвращается в комнату, смотрит. Муж сидит просто белый весь. Здесь седина уже выступила. Говорит, Маша, ты не поверишь. По телевизору объявили удаление с поля. И Кокорин прямо из телевизора через нашу квартиру прошел. Все? А что, не смешно? Нет. Я второй раз сейчас расскажу. Значит, возвращается муж неожиданно раньше времени с командировки. Раньше времени? Раньше времени. Из командировки? Из командировки. Ну, значит, хороший работник. Переделал все дела, его отпустили пораньше. Ну, побольше бы таких работников. А то куда вот они смотрят? Кто? Начальство. Не знаю. Я тебе не тут рассказываю. Возвращается мужчина с командировки пораньше. А жена его не ждала, понимаешь? Не ждала? Беда-то какая. Значит, ничего не приготовила. Мужик голодный останется. Хм. Вот ты знаешь, Сереж, вот моя тоже. День-другой меня нет, тоже не готовит. Да, говорит, отдыхаю от готовки. Понимаешь? Но вообще я за ней как за каменной стеной. Да, вот побольше бы таких женщин. А то ведь женщины какие сейчас пошли. Балованные все. Че притих? Я говорю, возвращается муж с командировки, жена не ждала, а там его приятель. А, зашел навестить. Побольше бы таких приятелей. Каких таких? Ну, которые помнят о своих друзьях. Да. А то ведь сейчас ведь, извини, Сереж, ну не дружба, а вот корысть какая-то. Просто так никто ничего не сделает. Да. Раньше он даже не просишь помощи, а подойдут и помогут. Да. А сейчас криком кричи, никому ты не нужен. Приятель, в чем мать родила? Так и раньше не богато жили. Вон, у кого детишки постарше, одежду там, обувь отдавали тем, у кого детишки помладше. Жена тоже, в чем мать родила. А я тебе так скажу. Бедность не порог. Да. Вот ты, Сереж, наверное, неплохо зарабатываешь, да? А что? Ну, а много ты помогаешь родителям? А при чем здесь мои родители? А родители уже и ни при чем, да? Не нужны родители. Так, последний раз рассказываю анекдот. Значит, приезжает мужчина с командировки раньше времени, золотые руки. Должен был месяц работать, все сделал за один день. Весь бюджет угрохал, приезжает. А там жена, она его не ждала, ничего не готовила. А, у меня разгрузочный день. Открывается дверь, а там его приятель. Приятель не из тех, которых нужно звать, а который сам приходит на выручку другу. Понимаешь? Оба, в чем мать родила, но бедность не порог. Тут заходят мои родители, включают телевизор. А там Петросян-шоу. И представляешь, прям из телевизора выходит Петросян и проходит через всю квартиру. Ну вот, вот, умеешь же рассказать, когда захочешь. Настоящий жизненный анекдот. Добрый день. Я вас слушаю. Вы знаете, хотел бы отметить днюху моей жены в вашем заведении. Бабки значения не имеют. Прекрасный выбор. У нас лучший ресторан и отличная кухня. У жены юбилей? Да не. Просто день рождения. 30 лет. Я слышал, у вас и артистов можно пригласить. Да, мы сотрудничаем со многими артистами. А вы кого-то конкретно имеете в виду? Ну вот, скажем, если тамадой будет Макс Галкин. Да все, что захотите. Главное, чтобы бюджет позволял. Ну я же вам говорю, бабки значения не имеют. Ну, пожалуйста. А это он что, вместе с женой, что ли, своей будет тамадить? Нет, ну почему? Один? Да. Не, ну про Макса это я так спросил. А вот, скажем, если простой тамада будет. Пожалуйста. О, нормальная цена за вечер. Нет, вы не поняли, это за час. Да? Ну, вообще, вы знаете, вот тамаду не нужно. У нас дядя Женя покруче любого тамады будет. Нам бы музыки побольше. Вот жене Стас Михайлов нравится. Можно организовать, так сказать, пригласить артиста. Бабки значения не имеют. Пожалуйста, конечно. А вот мне он что-то совсем не нравится. Мне, знаете, по душе больше Аня Семенович. Ну, у нее такие песни душевные. Ну, приятно посмотреть. В смысле, послушать. Как? Можно организовать. Бабки значения не имеют. Да, пожалуйста. Можно и Семенович. Жена ее не любит. Нам бы лучше ансамбль какой-нибудь хороший. Ну, кабацкий. Замечательно. У нас прекрасные музыканты и совсем недорого. А еще лучше караоке. Караоке у вас есть? Конечно. Почем? Караоке у нас бесплатно. Отлично. То, что нужно. У нас дядя Женя, знаете, как поет? Михайлов этот ваш, Стас, ну просто отдыхает. Ну что ж, хорошо. А какой зал будете заказывать? У нас их 3. Большой, средний, малый. У вас сколько человек будет? Ну, где-то 300-350. Ого! Ну, это значит большой зал. И при таком количестве мы вам сделаем приличную скидку. Не, ну, 300-350 это у нас всего там родных, знакомых, близких. А на вечере будет вместе с дядей Женей человек 15-20, не больше. Ну, 7 точно. Ну, в таком случае малый зал. Там, кстати, аренда в меню включена. Отлично. То, что нужно. Ну, хорошо. А что будете заказывать из спиртного? Водка, виски, коньяк? Да. Так что? Ну, водка, виски, коньяк. Ну что ж, из расчета пол-литра на человека получится... Простите, а вот такой нескромный вопрос со своим можно? Ну, у нас просто дядя Женя такую наливку готовит. Пальчики оближешь. Нет, ну вы меня поймите, что-то заказать все равно нужно. Ну, хорошо, уговорили. Гулять так гулять. Давайте пиво. Пиво? Ну да, пиво, только хорошего. Ага. Какое желаете? Чешское? Немецкое? Да нет. Наше. Бутылок 10. Или нет? 12. Ну, хорошо. А что будете кушать? У нас огромный выбор холодных и горячих блюд. Особенно рекомендую вам наше фирменное блюдо. Поросенок с хреном. С чем? Ну, с хреном. А. Не, вот этого нам не нужно. Мы, знаете, не привыкли к этим буржуйским штучкам. Значит, поросенка с хреном вычеркиваем. Нет, только поросенка. Хрен оставьте. И побольше. Знаете, как хорошо под холодец. У вас, кстати, холодец есть? Нет, вы знаете, холодца у нас нет. Да вы чё? Ну какая ж днюха без холодца? Значит так, холодец будет наш. У нас дядя Женя, знаете, какой холодец варит? Пальчики оближешь. Хлеб у вас, надеюсь, есть? Конечно. Почем? Хлеб у нас предоставляется бесплатно. Отлично. В таком случае хлеба побольше. Скажите, а вот картошечки отварить можно? Конечно. Я тогда накануне завезу 3 мешка. Огурчики соленые будут наши. Капуста квашеная тоже. Ну, вот, пожалуй, и все. Фух. Только душноватенько у вас тут как-то. Как, можно минералочки прямо сейчас, так сказать, за счет заведения? Да, и чуть не забыл. Хотелось бы, чтобы в конце вечера официанты торжественно вынесли... Праздничный торт. Да не, какой торт? Подарок моей жене. А что, подарок такой большой? Не, маленький. Но думаю, жене понравится. Диск с песнями Стаса Михайлова. Ну, хорошо. А может быть, все-таки что-то еще желаете? Да у меня сейчас, знаете, одно желание. Чтобы дядя Женя не подвел. Привет. Только какой же я старина? Мне всего 48 лет. Ну ладно. Здравствуй, мальчик. Мальчик? Мне уже 48 лет. Ну хорошо. Мужчина в самом расцвете сил. Интересно. Как это, по-твоему, силы могут расцвести? Ну, это же не деревья, не кустарники. Ну, ладно. Проехали. Куда проехали? Мы же на месте стоим. Или кто-то проехал, а я и не заметил? Слушай, ты чё? С дуба рухнул? Ни с какого дуба я не рухнул. Я вообще не люблю по дубам лазить. Ну, значит, белины объелся. Белины? Белина несъедобна для человека. Белина – это ядовитое растение, имеющее очень неприятный аромат. Слушай, какая муха тебя укусила? Никакая муха меня не кусала. Муха вообще не может укусить человека или животное, потому что ее хоботок мягкий и не может проколоть кожу. Да я смотрю, тебе сильно репу-то распарило. Я не парю репу. Я вообще больше сельдерей люблю. А у тебя от сельдерея голова не кружится, нет? Нет. Человеческая шея так устроена, что голова просто не может кружиться. А у тебя как дела? Пока не родила. Правильно. Мужской организм не предназначен для этого. Родить могут женщины, а мужчины нет. Ну, а ты же не женщина. Да? Слушай, я тебя сейчас точно охренею. Охренеешь? То есть превратишься в хрен? Поверь мне, сделать это будет еще сложнее, чем родить. Ведь хрен – это многолетнее растение, семейство капустные. Что ты несешь? Да нет, ничего не несу. Вот в руках ничего нет, за плечами ни мешка, ни рюкзака, в карманах пусто. Так что ничего я не несу. Слушай, хватит. Еще одно слово, я точно отброшу коньки. Коньки? В это время года? Поверь мне, сейчас они совершенно ни к чему. И вообще, зачем же их отбрасывать? Ну, давай я аккуратно положу, чтобы не потерялись. У тебя что? Башню снесло? В смысле? Ну, в смысле, ты что, с катушек слетел? Что ты имеешь в виду? Да крыша у тебя поехала. Куда поехала? Какая крыша? Слушай, не буди во мне зверя. Ты хочешь сказать, что в тебе живет какое-то живое существо? Может быть, это паразит? Все, хватит. Я делаю ноги. Делаешь ноги? Так ты врач. Помогаешь людям встать на ноги. Знаешь что? Что? Гудбай. Аревуар, ауфидерзейн, аривидерчи. Да пошел ты. Нафиг. Странный какой-то. Охренеть. И какая муха его укусила? Видать, совсем башню сорвало. Ну, в смысле, крыша поехала. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы прерываем трансляцию телевизионных программ на нашем канале в специальный экстренный выпуск новостей. Буквально 15 минут назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуево. Добрый день, Андрей. Расскажите, пожалуйста, что случилось, что у вас произошло? Ну вот, к сожалению, нас подводит связь, но как только она наладится, мы с вами узнаем о том, что случилось в Кукуево. Напомню, что полчаса назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуево. Марина? И вот мне подсказывают, что связь налажена. Андрей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что случилось, что произошло? Ну, вот, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина, добрый день. И вновь наша связь налажена. Андрей, здравствуйте. Мы ждем от вас рассказа о происшедшем. Да, Марина, конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуево. Здесь... У здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуево, мы разместили наши видеокамеры. Это простите, Андрей, я вас перебиваю. Для... Так что же все-таки случилось в Кукуево? Андрей? Но, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина. И вновь наша связь налажена. Андрей, расскажите, пожалуйста, конкретно, что случилось в Кукуево? Да, Марина. Конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуево. Здесь, у здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуево, мы разместили наши видеокамеры. Дело в том, что это самая удобная точка для того, чтобы наши телезрители смогли увидеть все происходящее своими глазами. Если вы обратите внимание, то позади меня, вот здесь вот сразу, вы сможете... Простите, Андрей! Андрей, вас не слышно? Марина, говорите громче, я ничего не слышу. Андрей, но, к сожалению, нас сегодня подводит связь, и вот уже совсем скоро мы выйдем из эфира. Пожалуйста, расскажите о происшедшем. Да, Марина, конечно. Сегодня здесь, в Кукуево, мы работаем в экстремальных условиях. Вместе с оператором мы не спали уже 2 суток. Если выпадают какие-нибудь час-полтора, то мы сразу же идем спать. Вот и сейчас только что, Марина, мы хотели прилечь для того, чтобы немного заснуть, ну, проще говоря, отдохнуть, но передумали и решили выйти на связь с вами. Впрочем, Марина, здесь не спят и все жители Кукуева. Да и сами подумайте. После того, что здесь случилось, просто не до сна. Марина? Андрей, а вы не могли бы нам поподробнее рассказать о том, о чем вы сейчас рассказываете? Да, Марина, конечно. Все это началось еще позавчера и длится уже 2 дня. Проще говоря, 2-е сутки. Когда это все закончится? Когда прекратится это безобразие, кукуевцы не знают. Марина? Андрей, а скажите, пожалуйста, а что за люди ходят у вас на заднем плане? Да, Марина, конечно. Кстати, люди, которых вы сейчас можете видеть, люди, которые ходят на заднем плане, это как раз и есть те самые жители села Кукуево. Марина? Андрей, а скажите, пожалуйста, а какова ситуация сейчас в Кукуево, ну, скажем, на данную минуту? Да, Марина, конечно. Ситуация в Кукуево на данную минуту, на данный момент не поддается никакому описанию. Проще говоря, ситуация здесь критическая. Но, Марина, мы будем продолжать наблюдать за происходящим и будем выходить на связь с вами каждые полчаса. Марина? Спасибо, Андрей. Я благодарю также наших спонсоров за предоставленную связь и напоминаю, что это был наш специальный корреспондент из села Кукуево. Марина?